gonna start out with making a cake. You need Hain's Silly Squirts 100% tomato ketchup. You want Hershey syrup, family size. You want a little bit of mustard. And if you follow me over here to the refrigerator, I believe we should have some scrambled eggs. And this will make us the best cake ever is, that ever is. Let's see. Salad and the cake is my favorite. Okay, you start out by breaking one egg. Okay. Break it. Put it in here. And then you add a little bit of the salad, which is very delicious. I'm telling you, I'm a vegetarian. I personally know these kind of things. You want to add that salad. And if you look, it looks just so tasty. I mean, I want to eat it raw. Then you add a little bit of mustard, which is very good. You add all that mustard in there. Now, if you take a look, it looks even deliciouser. But that's not it. You get some of the syrup, pop the hood, and let it go. It's a little gooey, as you see, but it'll do the job. Now, as you see, you put it back. And the last final product, we got our squirty ketchup, which I can't open. But you can unscrew the cap, and you can just pour in as much as you want. На глаз примерно. Найдете там пару ложек чайных. Найдете пару, только совсем мало. Кетчуп очень много не надо. Он вообще вкус портит. Now, as you see, this little cup was put into the oven. A preheated oven to 350 degrees for about 2 minutes. Well, by the time that's cooking, I'll show you what we have done. We have final products here. This is the cake we're making right now. This is the same cake with syrup on top. This we made out of scrambled eggs and green ham. And this, my personally favorite, we made out of Snickers bars and spinach, which is the best cake ever made. Очень хорошее время было, знаешь. Значит, мы не заботимся за дядю Женю и про его пищу. Что? Мы не заботимся про дядю Женю и его пищу. Мы не знали, что он нуждался. Ну, я думаю, он по праву выиграл кокос. Разделить на всю семью. Значит, покормить. Если у кого-то мы есть бананы, какие-нибудь апельсины дома, пожалуйста, привозите дядю Женю, будет очень рад. Мы не записали, мы ему один раз домой донатс привезли тоже. Ну, надо. Такое дело, знаешь. Поэтому, знаешь, вот после такого видео, вот очень хочется такого что-то, что в небе, но очень легко парить над землей. Знаешь, что-нибудь такое? Не знаешь? Представь, такая птица, и она машет крыльями. Страус. Нет, страус не летает. Страус, он так, голову. А это такая птица, у нее хвост раздвоен, пингвин, и она летит. Курица. Пингвин тоже не летает, и курица не летает. Попробуй на букву L. Лошадь. Птица. Я, конечно, понимаю, что образование в школах теперь не очень, но не до такой степени, что до лошади. Как? Ласточка! Правильно, ласточка! Стихотворение по ласточку! Есть еще среди нас одна важная личность. Вот расскажем как раз, это будет отлично. Мы не скажем, как звать, отгадайте вы сами. Если трудно сказать, мы немного подскажем. Он, как и любой, организатор хороший. И вдруг кто даст идею, то может помочь им. И в лагерь, и в Сейлом у нас повидает, и в парке, и в джиме он с нами играет. Живет просто нами и всем помогает. А чем помогает, вы знаете сами. Кому он считает все таксы, не вам ли? А также он знает о нотах немало. На гитаре играет, пиано, баяне. Поэт он, чтоб знали, стихи сочиняет. И он неспроста нам проповеди слагает. А вспомните, был момент в жизни, когда принесли ему свежих бананов тогда. И купончиков, правда, просроченных много. Это было темно, но и слишком поздно. Мы надеемся, вы догадались, о ком
мы ведем эту речь столько время. Рассказали мы вам много фактов о нем. Отвечайте же, это... движение! Замечательный нас движение. Ласточка. Порхает, как... Парит. Порхает бабочка. Ну да. Давид порхает. Для Дженни летает. Высоко-высоко. Потому что Давид, он когда еще не дошел до такого возраста, чтобы летать, все видит, он еще пока порхает, знаешь. Мы пока пешеходы, Давид порхает, а для Дженни уже все, взлетел. Ну что, возраст, возраст. Значит, Саша. Да. Ты не знаешь, что у нас по программе следующее? Я знаю, мне написали одну песню, мне не сказали, как она называется, вслух, но написали. И все, что я прочитал, там написано вроде «Бог любит обнимать подростков в Ванкувере». Что-то странное какое-то название. Но я уверен, что ты перепутал. Так что давайте послушаем, как это звучит в оригинальном варианте. Пожалуйста.